Так, здрасте, друзья мои. Ну, значит, вчера вечером сидел в голубятне. Вот это чудо ломится в голубятне. Я сначала думал, что это мой чубатый голубь. В общем, прямо в литок сидел. Сейчас я его поймаю. Так, это вот я отсадил. То, что даже если ваши голуби приходят, надо обязательно отсадить и посмотреть помет. Потому что очень часто бывает... Да, очень часто бывает, что даже ваш голубь возвращается, но возвращается уже больной. Поэтому нельзя их запускать сразу в голубятни. Значит, вечером сидел в голубятне и прямо в литок, вот где сейчас вот сидит, прямо ломится уже ночью в голубятне. Я сначала думал, старый чубатый голубь, у меня там есть, сейчас я его покажу, он один в один на него похож. Чудик, выйди. Я сначала думал, это он, вот этот голубь. И ротвел он пулей в голубятни, говорит. Он смотрю, без кольца. Значит, не он. Но может быть из его птенцов, которые в свое время я пробукал. Не знаю. Поэтому мы что делаем? Мы его вот берем и так отпускаем сюда. Смотрим, что он будет делать. Вот этот голубь. Не знаю, кто он там. Голубь, голубка. Сейчас посмотрим, сядет он, не сядет. Если сядет, как сядет. Потому что по полету, по поведению моих голубей, я их прекрасно знаю. И тут уже видно будет, это он, не он. То есть вот как бы вот так. Потом только в голубятни пушу посмотрю. Просто тот, который прилетел белый до этого, ну, это порода голубей, которые я из тысячи голубей знаю, это из любимых пород моих. Ну, как видите, туманно, это не мешало голубей выпускать рано утром. Это мелочевка. Ну, я сделаю по-другому, раз. И этот, подниму их, пусть летит он. Посмотрим, кто он такой. Посмотрим, кто такой. Так, вот он. Там есть еще чубатый пескун же, от того же черного голубя, вот он. Но это не он, это уже с боем. Ну, то есть, сами понимаете, если этот голубь сейчас сорвется без боя, то она никакого отношения не имеет к этой птице. Нет, вроде с боем. Вроде с боем. Посмотрю я по поведению. По поведению. Значит, если у голуби мозгов хватило долететь до вас, ну что-то, по-моему, сейчас сторону. Хватило долететь до вас. Он никуда не денется. Поэтому бояться не надо, проверять это. Я в вчерашнем ролике говорил, что Артур Исачев тоже там, говорит, по-моему, говорит, из тех молодых. Скинул мне фотографию, чтобы я посмотрел. Ну, я открыл просто ролик. Что-то потерял его. Открыл ролик, посмотрел. В общем, ну это не он, я ему позвонил, я говорю, не Артур, это не по моим голубям. Это чужак тебе прилетел. Ну, не знаю, куда он делся. Не вижу. И эти что-то сидят. Я даже толком-то и не посмотрел. Что, как и почему. В общем, там ту сторону в тумане летает. Сейчас посмотрим. Но опять же, голуби, они еще могут вернуться. Вот этот белый, который ко мне вернулся, этот голубь летал бешеный. Ну, я вчера поднимал его, он же за боем. Потому что, ну, сами понимаете, 3 года держать заперти голубей, а у голубятни не будет наращивать свой бой, лед. Ну, в ту сторону шли голуби. 4 штуки в туман. Не вверх, а в бок ушли. Вот они. Это
я максимально потянул, они бок ушли. Ну тут у меня было 9 штук, тут десятый должен быть. Здесь вот я четверых вижу, здесь четверых вижу, там еще трое сидят. 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, значит его нету. Мужики, пескунчик. Один там маленький пескунчик, он еще толком летит, не умеет. Может и здесь быть на крыше. Сейчас посмотрим. Посмотрю. Пескунчик тут сидит или... не сидит пескунчик, значит он куда-то упал. Ну, появится, покажу, не появится. Не появится. Не смертельно. Ну, суть к этого, то есть, даже еще раз повторяю, если ваша птица прилетела к вам, вернулась к вам, не надо его голубять не сразу. Его надо отсадить, посмотреть. В общем, только при идеальном, помете, при идеальном дыхалке, надо дыхание выслушивать, глотку проверять, но это... Я, допустим, владею вот этими мелочами. То есть я четко знаю, где, чего, как. Ну, опять же, не у всех из такого опыта, который есть у меня. Поэтому пару недель инкубационный период надо как бы... Ну, хотя недельку отсадить и посмотреть. Это вот второй чубатенький по этим. Я сейчас ищу одногнездки ихнего. Сейчас вытащу, выпущу. Вот он барабанит. Сейчас пока. Это вот второй по этим же, ну это как сизарчик пошел. По тоже черному чубату. Это тоже мелочь. Давай. Показывай себя. И прямо чуть ли не с первого же полета начинает лупасить. Поэтому если этот голубь, даже если его сдержали в заперти, он будет бить и много. Будет бить, может, неправильно. Вот он один, одна гнездка из этого же. Вот этот. Ну, у ребят, у кого есть вот это от черного чумата, они прекрасно знают, что за бой у этих голубей. Ну, у них отец тоже, когда чуть-чуть не трогаем, уходит за бой. Ну и погода, видите. Туман кипитальный. Но это не мешает ни к чему, опять же. Ни к чему. Ну, дурень. Она будет бить-то. Как бы вот так. И месяцев два вот этим пескунам. Это, по-моему, в сентябре, который выпрыгнул, вот эти пескуны. Вот от черного чубата. Ну, подожду, посмотрю, появится он, видно будет, кто он, кто пришел, зачем пришел, имел бы право он сюда пить или как в анекдоте, да? Ну, он даже, видите, один летит. А так туман, конкретно туман. Вот он. Голубей видно не будет, они в тумане будут. Я тяну, чтобы их видно было. На паузу поставлю, подожди. Друзья мои, ну того черного чубатика я больше не увидел, куда он упал и пропал, не в курсе. Поэтому я как бы не продолжил. Вот своих курей. Вот он вся в линьке. Сейчас потянем максимально. Погода нелетная, а птица летит в тумане вся. Не знаю, видно, это вот внизу. Туман конкретный. Если ждать, вот одна пачка.
другая пачка, еще несколько пачек в небе. Это вот с разрезным пером, внук кофейного. Да, там мне еще Хачик хотел посмотреть. Он все время спрашивает. Голубку рыцаря. Сейчас попробую показать ее. Вот она. Голубка нашего рыцаря. Забираюсь яиц. Так, слегка. Посмотрим. Вот такой тоже красивый хвост шахматный. Такой у нее. Такой редкий чубатенький чичик. Ну, чудо. Она сейчас может наложить большую кучу, потом пойти. Давай. Показывай себя. Сейчас потяну. Сейчас дикарем, а потом уже выровняет себя. Выровняет. Тоже хороший бой у него, кстати. Ну, дур, хороший. Притормози. Ты уже поняла, что вот она стала. Я именно выход стол. Сестру я его как бы показывал, этой голубке. Вот она встала. И бой одиночный, не по 20 раз. По одному разу. Вот она. Это кто, мелочь? А, тут еще и сестра ее, она, по-моему, сидит. Вот сейчас ее тоже. Вот этот чубатенькая. Сейчас оторвем. Давай. Вот она, сестра. А это родная сестра. Это вот мама Сизарчика. Поворачивает. Видите? Выкручивает, выкрутаса. Вот, оказывается, это голубки убивают. Одна и вторая посидим. Голубя. Значит, вот это наверху, еще выше. Выше. Да. Там еще и, наконец, хачиковский белый с моим белым тоже пару пошли. Вот они сейчас, они сами пошли, я сейчас гнездо. Я сейчас на паузу поставлю, скажу, вот уж. Так, друзья мои, ну не удержать их в руках, вот это хачиковский. Он даже на пруд пошел. А это вот моя. Даже. Ну, влажность бешеная сейчас, как бы. Бешеная. Это, по-моему, чайка. Это, мать. Это голубка. Они сейчас очень быстро идут в пикеты. По-моему, достойная пара. Но каких они птенцов дадут, не знаю. Исхода по братане. Ну, там есть еще отдельности. Ну, по-моему, даже и погода пытается открываться. Сейчас посмотрим. Влажность воздуха в Волгограде. Процентов влажности, друзья мои. 2 метра в секунду. Вот. Сильно, очень сильная влажность. Потому что голуби, которые приспускаются, они как бы после бани. И вот они. В тумане. В тумане. Вот. Поперли. Как бы вот так. Ничего не мешает. Надо гонять, не бойтесь. Это реально, не бойтесь. Если птица хорошая, да никуда она не пропадет. Она вернется.
А Борис Бушев, о, тянет. Вот они, два дурака. Они сейчас выше стаи уйдут. Вот, два белых. Один от красноперой щейки отца нет, а второй хачковский. И так по одному летали, а сейчас еще хлещи. Вот, 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 на какой высоте тянет рачек. И все по барабану. Они летают, вроде стайка, вот видите, но они летают отдельно. Вот они, не знаю, я их уже снимаю, да. Показываю, вот, тьфу. Ну, я уже не знаю, какой из них, ну, у них и бой похожий. У обоих столбовой бой и жесткие хлопки. Вот они. Ну, как бы так. Ну, все, удачи всем. Ну, лепота, лепота. Я лучше самому, там еще появились стонания. Да, красава. Надо проверить, как их птенцов они дадут. Нравится вот. Вот этот голубка, который хачик отправил, нравится, ну, голубенок, я его даже видел. Даже пару таких держать. Можно и больше ничего не держать. Вот так выпустить и кайфовать. Просто кайфовать. Ну, как-нибудь настроение, если будет, я их только двоих выпущу и посмотрим, что они будут вытворять. Ну, все, поперли они уже. Вот высота их. Ну, все, удачи всем. Дорогие мои, гоняйтесь, не бойтесь.